Чтобы не чувствовать себя одинокими, муж и жена приобрели щенка немецкой овчарки. Они любили его и заботились о нем, как о собственном сыне. Щенок вырос и превратился в большого, красивого, умного пса. И не раз спасал хозяйское имущество от воров, был верным, преданным, любил и защищал своих хозяев. Через 7 лет после того, как супруги взяли собак, у них родился долгожданный ребенок. Муж с женой были счастливы, малыш занимал почти все их время, а псу не доставалось почти ни капли внимания. Собака почувствовала себя ненужной и стала ревновать ребенка к хозяевам. Как-то раз родители оставили спящего сына в доме, а сами на террасе занимались приготовлениями к барбекю. Когда они пошли проведать ребенка, они увидели, как из детской выбежал пес. Его пасть была окровавленной, и он довольный вилял хвостом. Отец ребенка предположил самое худшее. Он схватил ружье и тут же убил собаку. Затем вбежал в детскую комнату и увидел на полу у колыбели сына огромную обезглавленную змею. «Я убил своего верного пса», – сказал мужчина, сдерживая слезы. Как часто мы несправедливо судим о людях, примерно как в этой истории.